А перед началом ролика приглашаем вас посетить наш Boosty. Тут мы публикуем много материала, который блокируется на всех остальных площадках для просмотра контента, а также много всего другого. Также самый интересный материал там мы публикуем гораздо раньше, чем где-либо еще. А еще всего лишь за небольшую подписку или разовую оплату можно поддержать автора канала и стать соавтором нового контента. Найти наш Boosty можно, как всегда, по ссылке в описании. И вот настал день шестого матча серии Бурана с Химиком. Как и несколько дней назад, Буран находится на краю пропасти, проигрывая в серии. Однако болельщики не хотят верить в то, что данный матч сегодня окажется последним в текущем сезоне. Но на всякий случай раскупили абсолютно все билеты в кассе и придут сегодня вновь посмотреть на игру своей любимой команды. Команды Химик 7
удаляться, ё-моё, ребят, нельзя никак, да? Thank you.
Шайбу забросил Павел Ткаченко, номер 13. Спасибо команде «Буран» за все, что они сделали. Сегодня была увлекательная игра, интересная, насыщенная. Чуть-чуть не хватило нам до победы. Мы всем благодарим за поддержку, дорогие болельщики. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. Альберт Леонидович, прокомментируйте, пожалуйста, этот матч. Ну, хороший матч, держал напряжение до конца. К сожалению, не удалось выиграть. Соперник забил больше. Ну, а так, в принципе, что сейчас комментировать уже? Все это уже история. Надо двигаться дальше, смотреть будущее. Ну, сегодня могли в концовочке еще чего не хватило. Она вообще много чего не хватает в этом сезоне. Не хватило. Ну, не хватило. Реализации не хватило. Моментов своих, там, ну, удачи, фарта не хватило, может быть, этого. Ну, так вкратце, если оценить, вообще весь сезон довольны результатом? Цель же уже? Я нет. У меня есть определенные мысли, но вам их говорить я не буду. Что ж, а на этом данный сезон «Бурана» подошел к своему концу. А это означает, что мы перевернули очередную историю в странице клуба. Совсем скоро на канале вы уже сможете увидеть итоги текущего сезона, а также нашу подборку голов. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А на этом сегодня все. И до скорых встреч на канале Ray History Channel, на трибунах Юбилейного и на матчах нашей любимой хоккейной команды. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании.